Визначна подія для спортивного Миколаєва. Муніципальний футбольний клуб вийшов до півфіналу Кубку України. Миколаївські творчі особистості, натхнені досягненнями спортсменів, написали та присвятили пісню футбольній команді міста. 1969 год. Кубок Советского Союза по футболу. Команда «Судостроитель» Николаев пробилась в четвертьфинальную стадию турнира. За выход в полуфинал николаевцы встретились с обладателем почетного трофея – московским «Торпедо», в составе которого играли звезды отечественного футбола во главе с легендарным Эдуардом Стрельцовым. На столичном стадионе «Лужники» «Корабелы» обыграли своих именитых соперников со счетом 2-1. Уступив в полуфинале будущему победителю кубковых баталий львовским «Карпатам», наши ребята остановились в двух шагах от заветной цели. Прошло 48 лет. Апрель 2017 года. Кубок Украины по футболу. Долгих полвека болельщики ждали этой счастливой футбольной весны. Вновь «Корабелы» в полуфинале лучших кубковых клубов страны. Непроходима наша защита, наша атака быстра и точна. Битва за кубок с футбольной элитой знаковой станет для клуба она. Два шага до почетного трофея, всего лишь два гола. Когда фиаско терпят корифеи, нашим ребятам браво и хвала. Два шага до почетного трофея, мы сделать их должны. Кто верит в цель, становится сильнее. Мы своею верою сильны. В полуфинале футбольные гранды, звездный «Динамо», «Мастит» и «Шахтер». Днепр, конечно же, суперкоманда, будет за кубок нешуточный спор. За Николаев мы дружно болеем, с клубом стремимся к вершине своей. Если соперников всех одолеем, то завоюем желанный трофей. Два шага до почетного трофея, всего лишь два гола. Когда фиаско терпят корифеи, нашим ребятам браво и хвала. Два шага до почетного трофея, мы сделать их должны. Кто верит в цель, становится сильнее. Мы своею верою сильны. Шага до почетного трофея, всего лишь два гола. Когда фиаско терпят корифеи, нашим ребятам браво и хвала. Два шага до почетного трофея, мы сделать их должны. Кто верит в цель, становится сильнее. Мы своею верою сильны. Браво, Николаев! Браво, Николаев! Браво, браво, браво! Браво, Николаев! Браво, Николаев! Браво, браво, браво! Браво, Николаев! Браво, Николаев! Браво! Ініціативна група з чотирьох осіб працювала над створенням пісні «Браво, Миколаїв» близько двох тижнів. Автор слів Сергій Розумяк. Ідея виникла спонтанно, і чоловік одразу захопився нею. Над текстами працював недовго. Я зробив два тексти. Один текст я зробив такий реповий варіант, який можна було просто начитувати. Ну, потім я вирішив і переділив текст уже такий варіант лірический. Ось цей текст другий. Вот он и есть основой песни. Далі справа за композитором. Написати музику погодився Віктор Коваленко. Буквально там за годину написалося куплет-приспів, мелодія куплета-приспів. Ну там правочки-переправочки туди-сюди. Ну потім, як звичайно,
ходиш, ага, там якась не та нотка, от вона не дає спокою. Прийшов, переправив. По тому аранжування та зйомка відеокліпу пісня транслюватиметься на миколаївських радіостанціях і безпосередньо перед матчем. Сама гра між МФК Миколаїв та Динамо Київ відбудеться 26 квітня о 18:00. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.